Итак, друзья, добрый день. Сегодня хочется вас познакомить с обновленным маркетинг-планом или системой вознаграждения компании VVP Capital и рассказать о 14 видах дохода, которые вы можете организовать, используя этот бизнес. Ну, начнем с модели бизнеса и идеи бизнеса. Итак, в чем суть и идея бизнеса? Есть кэшбэк-сервис, задача которого соединить клиентов и магазины. То есть, с одной стороны, у нас клиентская сеть строится, с другой стороны, строится сеть магазинов. Задача сервиса удовлетворить и продавцов, и покупателей, чтобы и те, и другие были довольны. Не случайно компания называется Win-Win. Как это работает? Сервис заключает договора с магазинами на то, что мы даем магазинам клиентов, то есть их бесплатно рекламируем и даем клиентов за процент от сделки. Для магазинов это очень выгодно, вот, поэтому они с удовольствием дают этот процент. Магазин заплатил процент, что делает дальше сервис? Сервис большую часть этого процента отдает клиенту в виде кэшбэка, а вторую часть отдает людям, которые этого клиента пригласили на платформу или партнерам. Сегодня мы как раз говорим про 14 видов дохода, которые доступны для партнеров. Вот. В чем выгода клиента использовать данный сервис? В том, что он, делая те же самые покупки, которые делает и всегда, теперь может возвращать до 40% в виде кэшбэка. То есть, представляете, вы сделали ту же самую покупку, до 40% вам возвращается. Вот в данный момент я вам рекомендую взять листочек, взять калькулятор и просто посчитать, какие деньги вы можете возвращать, просто используя данный сервис, бесплатно зарегистрировавшись на сервисе. Ну, давайте вместе это сделаем. Допустим, ваш семейный бюджет $500 в месяц. Умножаем на 12 месяцев, это получится $6000. Вы тратите в год семейного бюджета. При среднем кэшбэке даже не 40%, а 10%. При кэшбэке 10%. Это средний кэшбэк сегодня на платформе. Вы вернете с этого $600. Вот теперь представьте, кто-то вам позвонил из друзей и сказал: забери свои $600 за прошлый год, который ты потратил с покупок. Вам приятно было бы? Думаю, да. Но вы эти $600, скорее всего, просто выкинули, потому что в стоимость любого товара, который вы покупаете в магазинах, в рекламный бюджет эти деньги заложены. Итак, мы с вами получили первый вид дохода, который получают все люди, даже бесплатно зарегистрировавшиеся на платформе. Дальше, смотрите, есть возможность у клиента вот этот вот доход от кэшбэка увеличить на 60%. Что ему для этого нужно сделать? Ему для этого нужно стать VIP-клиентом или Gold-клиентом, как называют в системе. Как это можно сделать? Двумя способами. Первый способ – это купить за 2 евро этот статус сразу, либо сделать покупок и вернуть себе 4 евро кэшбэка с покупок. Как только 4 евро кэшбэка вы вернули, у вас становится VIP-статус. Поэтому каким образом делать VIP, без разницы, выбирайте сами. Так вот, вернемся дальше к партнерам теперь. Следующий вид дохода, который вы можете получить, став партнером, это получать возможность не только со своих покупок деньги возвращать, но и с покупок всех людей, которым вы порекомендовали данный сервис. И вот теперь, внимание, чтобы стать партнером, есть несколько способов стать партнером. Есть несколько видов лицензий, которые позволяют стать партнером и зарабатывать деньги. Вот. Но любой партнер регистрируется также бесплатно на сервисе, и первое, что он делает, он за 20 евро покупает право быть партнером. Стоит это 20 евро. То есть в этот момент вы становитесь партнером и получаете доступ к лицензиям, которые дают дополнительные преимущества. Есть 4 лицензии. Я их сейчас отдельно нарисую и расскажу, чем они отличаются. То есть первая лицензия за 60 евро.
Вторая лицензия 230 евро. Третья лицензия 597 евро. И четвертая лицензия 997 евро. Итак, у нас есть 4 пакета. Вот я тут написал их название. Beginner, дальше Professional, Expert и Master. Чем они отличаются? Они отличаются процентом и возможностями. Об этом я сейчас подробнее расскажу. Что важно? Когда вы решили стать партнером и оплатили 20 евро, чтобы стать партнером, вы автоматически, если в этот же день покупаете один из этих пакетов, то вам будет на 20 евро скидка. То есть вам и пакет, и подключение обойдется 60, 230, 597 или 997 евро. Вот это очень важное отличие, да, то есть и это возможность, которую рекомендую воспользоваться, то есть становиться партнером и сразу оформлять какой-то из этих пакетов. Еще очень важная вещь, вы в принципе можете, зайдя на 20 евро, уже получить Beginner, Professional, Expert или Master квалификацию, просто приглашая Gold клиентов. То есть если вы пригласили 5 Gold клиентов, вы стали Beginner'ом. 10 – Professional, 15 – Expert, 20 – Master. То есть нужно пригласить, допустим, 20 Gold клиентов, продержать это 3 месяца, и за вами закрепляется статус Master, и вы появляетесь в программе учета партнеров. То есть у нас есть 2 отдельные программы клиентов и партнеров. Но давайте не будем забегать вперед, продолжим. Итак, первый вид дохода доступен всем. Это возможность получать кэшбэк со своих покупок, либо как просто клиент, либо на 60% больше, как VIP-клиент. Дальше, как только вы стали партнером, вам появляется возможность получать 15%, второй вид дохода, 15% с покупок лично приглашенных людей. Вот если по вашей реферальной ссылке зарегистрировался человек, вы получаете 15% с его покупки. То есть здесь для этого даже пакетов не нужно. То есть достаточно быть партнером, и 15% вы получаете со всех покупок. Понятно, что если у вас это VIP-клиент, то вы получаете на 60% больше, чем простой клиент, потому что вы всегда получаете 15% с кэшбэка человека. Дальше, третий вид дохода. Став партнером, вы дополнительно, помимо кэшбэка, получаете 0,3 евро с каждого Gold клиента. То есть, почему выгодно в системе иметь именно у вас Gold клиентов? Потому что мало того, что вы на 60% больше будете получать с его кэшбэка, вы еще будете получать 0,3 евро с каждого Gold клиента в системе. Дальше. Четвертый вид дохода. Вот для чего теперь нужны лицензии. Смотрите, в каждой лицензии есть определенный набор Gold статусов или Gold пакетов. На бигинере их 5, на пакете Professional их 35, на пакете Expert их 95 и на пакете Master их 185. Что это значит? С каждого человека, который лично от вас пришел, или, например, от него пришел кто-то еще по его рекомендации, от него кто-то пришел еще, если это клиенты. Со всех этих Gold клиентов вы будете получать помимо вот этих денег еще 0,7 евро с каждого Gold клиента. То есть если мы эти две суммы сложим, если у вас есть пакет Beginner, Professional, Expert или Master, или вы взошли на 20, сделали, например, 20 человек, у вас Master, да? Соответственно, вот все, у кого есть вот эти пакеты, получают и вот это, и вот это. То есть по 1 евро дополнительно с каждого клиента. То есть если у вас есть пакет Master, вы можете 185 евро пассивного дохода получать, когда в вашей команде есть 185 Gold клиентов.
Соответственно, а что будет, если у вас их не 185, а 200, или 300, или 400? Можно докупать вот эти пакеты сколько угодно, увеличивая таким образом пассивный доход с количества Gold клиентов в системе. То есть мы с вами рассмотрели 4 источника дохода. Ну, давайте, чтобы понять пример, потому что, вот, допустим, берем 15%, много это или мало? Многие люди говорят, ой, там копейки какие-то с этого кэшбэка, стоит ли из-за этого заморачиваться. Дело в том, что следующий очень важный момент, пакет определяет, на какое количество уровней в глубину вы будете получать вот эти проценты. Смотрите, на пакете Beginner вам открывается 2 уровня. На пакете Professional 4, на пакете Expert 6 и на пакете Master до 20 уровней в глубину вы получаете кэшбэк с покупок людей. Давайте пример. Допустим, вы подключили, ну, поработали активно и подключили 100 человек. Ну, давайте, кто-то скажет, у меня столько и знакомых-то нет. Давайте возьмем 10. Вот 10 у каждого есть. Допустим, им сервис нравится, они рекомендуют другим людям. Каждый по 10. Вот у вас уже на второй линии 100 человек. На третьей линии 1000. По 10 каждый. На четвертой 10 тысяч. На пятой 100 тысяч. На шестой 1 миллион человек. То есть это вот как, знаете, Uber запустил программу «Пригласи друга, получи бесплатную поездку», и через некоторое время весь мир пользуется Uber. Соответственно, здесь то же самое. И вот вопрос теперь, копейки, не копейки. Давайте рассмотрим простой пример. Вот только здесь. Допустим, ваши друзья не тратят много денег, они один раз в месяц, вот все эти люди, один раз в месяц зашли в кафе и купили чашку кофе. Потратили там, допустим, 100 рублей. При среднем кэшбэке 10%, кафе дают 10-15%, возьмем по минимуму 10. Они получили 10 рублей кэшбэка. Вы получаете в среднем с первой линии 15, а в среднем со структуры примерно 5% кэшбэка. То есть 50 копеек, 0,5 рубля. И вот теперь смотрите, миллион клиентов по 0,5 рубля, вот 500 тысяч рублей пассивного дохода вы себе организовали. Понятно, что это не произойдет быстро. Допустим, если вы 10 человек в месяц пригласили, и они с такой же скоростью там поделились информацией, первый месяц, второй, третий, четвертый, пятый, там полгода, год, два, пусть три, пусть 5 лет пройдет, какая разница. Но если через 5 лет вы получаете 500 тысяч рублей, ну, друзья мои, согласитесь, это достойная пенсия к тому, что вы когда-то рассказали про сервис и стали партнером, потратив там, например, 1000 евро. Но что-то мне подсказывает, что люди не только кофе будут через платформу покупать, и, скорее всего, не столько кофе. Давайте рассмотрим пример, например, с айфонами. Вот у нас Билайн как раз стоит на площадке и давал 10% на айфоны. Простые люди с этого получали с покупки айфона 5000 рублей кэшбэка, VIP-клиенты 9000. И вот здесь сразу встает понимание, да, зачем людям, например, быть VIP-ом. Да, потому что с той же самой покупки человек заплатил 2 евро, а получил на 4000 рублей больше. Так вот, давайте возьмем, даже если люди не VIP, просто по 5000 рублей кэшбэка получили. Соответственно, второй пример. 5000 рублей. Ну, айфоны, вы скажете, не покупают каждый месяц. Да, не покупают каждый месяц. Их покупают, там, допустим, раз в 1-2 года. 5000 рублей кэшбэка. Соответственно, вы с этого получаете 5%, это 250 рублей. И вот смотрите, с айфонов мы уже получили 250, если здесь у нас было в месяц 500 рублей с чашкой кофе, да, то здесь айфон не каждый месяц, 250 рублей с айфона на миллион человек, это 250 миллионов рублей вы получили за 1-2, ну пусть даже 3 года, пусть даже за 5 лет. 250 миллионов за 5 лет, ребят. Пусть за 10 лет.
Если даже за 10 лет, это 2,5 миллиона в год или 250 тысяч в месяц, если разделить. 250 тысяч, я уж вообще взял по минимуму, 250 тысяч только с айфонов. Но люди помимо техники покупают одежду, еду, детские товары, книги, телевизоры, холодильники, стройматериалы. На платформе на сегодняшний день более 6 тысяч магазинов. Более 6 тысяч магазинов, которые дают от 1, как я уже сказал, до 40% кэшбэка. И каждую неделю подключаются новые и новые магазины. В том числе и партнеры на магазинах тоже могут зарабатывать. Я об этом чуть-чуть попозже расскажу. Итак, мы с вами рассмотрели пока 4 вида дохода. Пятый вид дохода. Понятно, что вот 1 миллион клиентов не подключить. Для чего мы сегодня вам рассказываем про эту возможность? Для чего человек, который прислал вам ссылочку, поделился вам, с вами этой возможностью? Вот в традиционном бизнесе, если бы вы узнали о какой-то возможности, вам бы невыгодно было рассказывать о ней кому-то, потому что вы получали бы конкурента. А в нашем случае, когда вы делитесь этой информацией и благодаря вам появляются новые партнеры, все новые партнеры выстраиваются в две команды. Лево-право, лево-право, лево-право. Каждый новый партнер подключается вниз. Так вот, со всех проданных лицензий в вашей команде вы получаете также процент. Для этого у вас должно быть две команды. И пакет будет определять, какой процент вы будете получать. На маленьком пакете 10% с командного оборота проданных лицензий. На среднем 15%. На пакете Professional. На пакете Expert 20%. И на пакете Master 25% с товарооборота. Со всех проданных лицензий. Рано или поздно все люди перейдут на пакет Master. Почему? Потому что он дает максимальный процент и дает максимальную глубину. Даже люди, которые войдут на 20 евро и не покупают пакет, будут стремиться закрыть пакет Master, чтобы получать со всех проданных франшиз 25%. Поэтому я буду дальше в пример, сейчас покажу, сколько это может дохода приносить, именно на пакете Master. Итак, допустим, вы подключили 5 человек, партнеров. Не 10, не 50, не 100, 5 человек. Они по 5 – 25, они по 5 – 125, они по 5 – 625. Вот давайте рассмотрим всего лишь 4 уровня. То есть, когда вы пригласили 5 человек, вы заработали, я в расчет беру вот большие пакеты, потому что, как я уже сказал, рано или поздно все равно люди все на эти пакеты перейдут. Вы заработали порядка 100 тысяч рублей. То есть вы, по сути дела, вернули свою инвестицию на франшизу. Причем только по вот этому виду дохода, по пятому. Пятый вид дохода – это процент 10, 15, 20 или 25 с товарооборота франшиз, которые идут под вами. Вот 5 человек подключились, вы получили процент с оборота. То есть 10, пишу, от 10 до 25% – с команды. Они по 5-25, вы уже заработали порядка 200 тысяч рублей. 125, вы заработали порядка 500 тысяч рублей. Минимум я беру. И 625, вы заработали порядка 3 миллионов рублей. Соответственно, смотрите, работу сделали один раз. Но каждый человек формирует свою команду, увеличивается товарооборот, и вы регулярно получаете с команды чеки. Плюс у каждого из них есть свои клиенты, у каждого из них есть свои голд-клиенты, и мы с них получаем вот этот вид дохода, вот он, который мы посчитали. Дальше, шестой вид дохода. Почему выгодно именно своих людей подключать? Помимо командного оборота, вы с лично приглашенных людей получаете стартовый бонус, который также составляет 10, 15, 20 или 25% в зависимости от пакета. То есть пишу от 10 до 25%
сличников, с лично приглашенных людей. То есть, как только, допустим, вы вошли на большой пакет, и у вас человек зашел на большой пакет, соответственно, тут же, в этот же момент, вы получаете 25% с этого пакета. То есть, порядка 85 евро вы заработали. Вот. Если сложить все виды дохода, то с каждого человека вы зарабатываете больше 200 евро. Дальше. Это мы с вами шестой вид дохода рассмотрели, да? Седьмой вид дохода. Седьмой вид дохода тоже очень интересный и который может давать очень высокие прибыли. Смотрите, как только ваш человек лично приглашенный, почему их выгодно приглашать, своих людей в команду, зарабатывает вот этот вот процент с командного оборота, вы получаете от 10 до 25% с его чека. Опять, какой процент зависит от того, какой у вас пакет. На маленьком пакете 10%, на среднем, на Professional 15%, на Эксперте 20%, на Мастере 25%. То есть доход с доходов ваших людей. И здесь уже в зависимости, там дальше будут еще одни квалификации, я про них расскажу. Вы можете получать до 7 уровней вот этот процент. Вот это я написал с первого уровня, дальше по уровням чуть меньше. Ну, если это интересно, подробнее у вас в кабинете после регистрации есть подробное описание маркетинг-плана, вы все это можете посчитать. Просто давайте по цифрам опять. 5, 25, 125. Вот представьте, 625 человек сделали очень простую работу. Подключили вот так, по два человека. Одного влево, одного вправо. Потому что вот когда у вас есть один человек влево, один вправо, у вас включаются все виды дохода, да, с командного оборота. То есть это доход примерно 80 евро люди заработали. Соответственно, вы получаете в среднем 10% с каждого уровня, в среднем. То есть это по 8 евро с человека. 625 человек умножаем на 8 евро. Это получается у нас 4800. Мы получаем вот 600 человек. Со структуры, допустим, в 1000 человек получаем 8000. Со структуры 10 тысяч человек получаем 80 тысяч. Только по матчинг-бонусу. Дальше, восьмой вид дохода. Вот этот вид дохода называется матчинг-бонус. Доход с доходов вашей команды. Вот это я написал со структуры 600 человек. 4800. Восьмой вид дохода. Восьмой вид дохода тоже очень интересный. Это уже возможность получать доход с подключенных магазинов. Вот смотрите, партнеры могут подключать в том числе магазины. Для того, чтобы подключать магазины, существуют две лицензии. Первая лицензия за 150 евро. И вторая лицензия за 600 евро. Причем, если вы ее покупаете в день по покупке пакета, а ее можно купить только вот на этом пакете, то у вас еще будет 150 евро скидка. То есть за 100, за 450 евро, в скобочках давайте напишу, вы ее можете приобрести. Чем они отличаются? Вот эту лицензию можно на любом пакете купить, даже просто став партнером. Стали партнером, купили, можете магазины подключать. Соответственно, она дает от 10 до 15% со всех кэшбэков всех людей в магазине, который вы подключили. Представляете? Допустим, вот на сегодняшний день на платформе более миллиона человек. Весь этот миллион человек пошли в ваш магазин, делают покупки, вы получаете от 10 до 15% с подключенного магазина. Просто ради интереса зайдите, посмотрите, какие компании дают какой оборот.
возьмите от этого оборота, как мы говорили, средний кэшбэк 10% и от 10 до 15% с этого ваше каждый месяц. Вы, по сути дела, как стали совладельцем компании. Соответственно, на этом пакете то же самое. От 10 до 15% вы получаете. В чем разница между пакетами? В том, что этот пакет действует один год. Дальше лицензию нужно продлять. Этот пакет действует бесконечно. Второе отличие. На этом пакете вы получаете только с лично подключенных магазинов. На этом пакете, если ваши люди, вот ваша команда, которую вы подключаете, подключают магазины с магазинов партнеров, пишу, вы получаете от 1 до 5% с магазинов партнеров. Таких магазинов вы можете и таких партнеров вы можете подключить 35 человек. Вот в этой франшизе 35 человек. То есть пишу, восьмой вид дохода от 10 до 15% с магазинов, которые вы подключили. Это восьмой вид дохода. Девятый вид дохода от 1 до 5% с магазинов, которые подключили с магазинов, пишу, партнеров. Вот он. Для этого нужно вот эту лицензию иметь, с магазинов-партнеров, вот этот вид дохода. Да? Дальше, десятый вид дохода. Десятый вид дохода. Это когда ваш партнер покупает либо такую лицензию на подключение магазинов, а у вас есть вот такая лицензия, только эти люди получают, вы получаете 50 евро с такого человека. И этот человек закрепляется за вами. Теперь с его магазинов вы будете получать от 1 до 5%. Я рассказываю долго, но, ребят, вот столько видов дохода вы получаете. Поэтому эти все виды дохода вам доступны, и хочется, чтобы вы все про все эти виды дохода знали. Это еще не все. Дальше, 11-й вид дохода. Это экстра бонус. Экстра бонус. Дается он только вот на этой франшизе. Как вы приобрели вот эту лицензию? Вот эту лицензию. У вас есть 2 месяца, когда за каждых 4 человек вы будете получать от 150 до 300 евро премии. За каждых 4 человек. За каждых 4 человек вот на этом пакете вы получаете 150 евро на эксперте. И за каждых 4 человек на пакете мастер вы получаете 300 евро. Это экстра бонус. Дальше. Следующий вид дохода. 12-й. Вот смотрите, это для тех, у кого есть вот эти франшизы. Когда вы подключили какой-то магазин на платформу, у этого магазина есть клиенты, которые пришли не от платформы, свои собственные. Что может сделать магазин? Для него это абсолютно бесплатно. Кстати, подключение для магазинов бесплатно, абонентской платы никакой нет. Магазин просто платит процент уже с покупок людей, которые пришли с платформы. Так вот, магазин может своих клиентов, которые не с платформы, также подключить к платформе. Что это ему дает? Это ему дает две очень важные вещи. Первое, возможность выстраивать свою систему лояльности, потому что теперь этим клиентам выгодно ходить в магазин, чтобы получать кэшбэк. И им даже выгодно подключать других людей или становиться партнерами, вот, и подключать других людей, чтобы получать доход. И, соответственно, магазин получает процент, часть денег, которую он отдает, когда они здесь покупают. Но более интересно, эти люди ходят в другие магазины, тратят там деньги, и магазин с этого получает прибыль. То есть, как только он оцифровал своих клиентов, подключил к платформе, он, по сути дела, начал получать доход с 6000 магазинов. В чем выгода для вас? Как раз 12-й вид дохода. Когда клиенты этого магазина идут в другие магазины, и в том числе в этот, и делают покупки, получают кэшбэк, вы получаете 10% с клиентов
вашего магазина. 13-й вид дохода. Когда ваши партнеры подключают магазины, и вы получаете от 1 до 5% с этих магазинов, вы также получаете 5% с клиентов этого магазина. Вернее, этих магазинов. То есть вы не вы их подключали, но вы получаете 5% с клиентов магазинов ваших партнеров. То есть это тоже отдельный пассивный вид дохода. Если в магазине, ну давайте ради интереса просто посчитаем вот здесь, как показать выгоду магазина. Давайте представим небольшой магазинчик, и у него там за день проходит, например, там, ну, 15 клиентов. Это немного. 15 клиентов через магазин. Умножаем на 30, получаем 450 человек в месяц. 450 человек в месяц. Умножаем на год, ну, даже на 10 месяцев, чтобы легче считать было. Это примерно 4500 человек в год. А вот теперь смотрите, если эти люди стали VIP-ами, а им выгодно быть VIP-ами, да, то магазин, во-первых, получает с них кэшбэк, а это в среднем где-то около 1,5 евро с человека. Да? Вот посчитайте. Ну, даже давайте, чтобы легче считать было, по 1 евро с человека. 1 евро с человека, соответственно, это 4000 евро. Плюс магазин за каждого своего VIP-клиента получает еще 0,3 евро. Соответственно, это еще 30% от этой суммы. То есть это еще 1000 евро. Итого примерно 5,5 тысячи евро магазин себе обеспечил дохода. Так вот, 4,5 тысячи евро получил магазин, но 10%, он 15%, 10 вы получили. То есть это примерно 3000 с магазина ваш доход. Вот. Соответственно, это вот по этому виду дохода. Чтобы понимать, о каких деньгах идет речь. И это с каждого магазина. Количество магазинов, которые вы можете подключить на любой из лицензий, не ограничено ничем. Ну и последний, 14-й вид дохода. Последний, но не самый маленький по значимости. Это тоже очень приятный бонус. В компании есть своя карьерная лестница. Она зависит от количества людей и от товарооборота, который делает ваша команда, партнеров, которые вы подключили. Она вам дает карьерный рост. Так вот, начиная с команды примерно 20 человек, вы начинаете получать процент с оборота всей компании. Представляете, процент с оборота всей компании. Это называется квартальный бонус. Квартальные бонусы на сегодняшний день у нас составляют от 300 до 11 тысяч евро в зависимости от квалификации. И с ростом товарооборота компании, с ростом количества людей в компании, они только растут. Вот такие виды дохода, друзья мои, доступны вам прямо с сегодняшнего дня, если вы зарегистрируетесь и станете партнером. Поэтому, как это сделать, обратитесь к людям, которые вам дали ссылочку на этот ролик. Они вам помогут не только подключиться к бизнесу и стартовать, они вас подключат к системе обучения, потому что для вас, возможно, сейчас что-то непонятно, в которой пошагово расписано, как стартовать быстро и как в первый же месяц выйти на доходы от 100 тысяч рублей. Я вас поздравляю, что вы получили эту информацию. Надеюсь, она вам понравилась. Надеюсь, вы воспользуетесь этой концепцией и получите возможность зарабатывать и с клиентов всех магазинов, и с магазинов. Ну и, соответственно, постройте команду единомышленников, партнерскую сеть, вместе с которой вы будете зарабатывать очень хорошие деньги. Всего вам доброго, желаю от всего сердца успехов и до встречи на семинарах и в группах по обучению. Итак, ребят, давайте быстренько еще, я вам всего нажелал, но быстро все-таки хочется подвести итоги. Итак, первый глобальный рынок, который вы получаете, став партнером, это доход с клиентской сети. Мы с вами посчитали, что это там порядка 500 тысяч рублей в месяц,
вы можете спокойно получать с клиентской сети. Второй вид дохода – это доход с магазинов. С каждого магазина там, от 1, там, 2-3 тысячи евро и больше вы можете зарабатывать, даже с небольшого магазинчика. Конечно, не сразу, а если покажете ему, как оцифровывать своих клиентов. Дальше, третий глобальный вид дохода – это доход с партнерской сети. И здесь мы видим, что на сегодняшний день у нас партнеры зарабатывают до 100 тысяч евро ежемесячно, это уже сегодня. Это уже сегодня есть люди, которые подключились на старте компании, поработали 2-3 года и до 100 тысяч евро зарабатывают только по этому виду дохода. Ну и вид дохода с ваших партнеров. Представляете, если ваш партнер зарабатывает 100 тысяч евро, вы просто ему показали, как стартовать в бизнесе, вы будете с такого партнера зарабатывать 25 тысяч с одного человека. Количество таких партнеров тоже не ограничено, которых можно запустить. Именно поэтому мы сегодня делимся информацией, мы формируем партнерские сети, мы обучаем людей запускать бизнес, мы открываем офисы по регионам. И если вы человек, который хочет изменить свою жизнь, обратитесь к человеку, который вас пригласил, и прямо сегодня подключайтесь и запускайте этот бизнес. Потому что каждый новый человек встает в систему, следующий за ним. И вот, допустим, если вы встали вперед, а за вами встали остальные люди, вы с этих людей уже получаете процент из их команды, из их товарооборота. Поэтому чем быстрее вы займете свое место в партнерской системе, а для этого нужно стать партнером и купить любой из пакетов, тем быстрее вы начнете зарабатывать деньги. Даже пока вы обучаетесь и разбираетесь, под вами уже строится партнерская сеть, и вы получаете доход. До встречи на обучении, друзья мои, в командных чатах.